Ну, вот еще с Ребрана. Да. После Лича как раз Рудроль. Думаешь, успеем? Ну, мы сможем? Подождите, а то я чуть не верю, что второй рейд, блядь, за один день целка будет. Подожди, а тюрьма есть 25? Не будем менять этот... Расписание. Расписание. Оно анонса никакого не давал про РС. Вчера РС-ка, ладно, хуй с ним, это типа там первая была, ничего страшного. Но вторую типа не буду. Потому а что тюрьма десятка, кстати, да, или 20. А там разницы нету в шмоте, десятка, 25. Там разница только по боссу. А такой же шмот, десятка, 25. Да? То есть там да. Сейчас 58, вот эти печеньки падают, все так же. Да, да, просто на полный шмот больше еще. А, то есть там получается 25-ки 3 шмотки, а в десятке 2, я правильно думаю. Так, да. Наверное, 25-ки не было. Не знаю. Да, мне кажется, что, гильдия не будет, да, туда собираться? Я ни одна гильдия не ходила, 25-ки снимал. Да, ну в десятку типа, ну, я скажу так, там типа эти хуйни, они очень сильно добавят с тобой. Какие? С чарки? Да, очень сильно. Может быть из-за этого такие хп ёбнутые в целках. Ну да. Они же в это же время включили эту хуйню, что типа в World End будет работать. Они на это и рассчитывают, что вы будете выдрачивать этот ёбаный толгород, блядь, тюрьму его. Ну, да нет, рассчитано все на другому. Я тебе сейчас объясню. Чарки, Толгород, вот эту всю хуйню, блядь, и хп боссов. Рассчитано на то, что, блядь, это в первую очередь время, блядь, которое люди проводят в игре, нахуй. Чтобы люди просто сидели здесь нон-стопом, нахуй, фармили этот ебаный остров конченый, нахуй. И сидели в ебаном целка, нахуй. Сутками, блядь. Вот и все, нахуй. Вот на что весь расчет. Я не знаю, блять, воскресенье, я дам ему. Да, соглашусь с Кириллом, их вообще... Ихняя основная, ну, цель это, блять, оставить тебя в игре. Да, оставить в игре, чтобы ты играл, чтобы ты не уходил. Совершенно верно, именно так. Это он делать неубиваемый босс. Да, но... Конечно, сука, это политика, она не всегда у них применяется, потому что они иногда так руинят, что, блядь, играть не хочется, нахуй. Ну да, например, вспомнить того же, блядь, Алары ебаного, когда там, блядь, спустя месяц, по-моему, его только убили. Да, ебаный месяц трает. Да даже больше. А мне даже никуда ходить там, условно, не надо. Вот казалось бы, больше всего, дольше всего трайли ебучего Алара. Вот со всего контента, вот который вот сейчас, вот, блядь, на X2 есть, больше всего время затратил Алар. Вот реально, по времени. На первый килл его там. Не, наверное, Джайна. Да не, Джайна? Какая нахуй Джайна? Про Джайну месяц. Раньше убили. Ну, там, 3 месяца, блядь, Джайну траили. Ну, хотя, ладно. Там то же самое. Сколько там? Тоже 3 месяца, да, Алар? Ну, я не помню, там дохуя просто сама суть. У Алара трайн. А что, в донате нету, да, пока этих? Ну, человек? И потом, как быстро умер тот же робот, нахуй, как быстро умерла Соляра, нахуй, как быстро умер Кель, нахуй, и так далее. Ну, не было такого разбежки времени. Просто ебучий первый босс. У них там месяц просто, они не могли сделать эффекты, блять, там ничего не отображалось, было полное пиздота. Потом у них начало отображаться, но там все равно все было поебно. Или тот же ZSHM, когда они его выпустили нахуй. Он вообще, блядь, закрылся нахуй за месяц весь на фул, по-моему. Ну да, примерно так. Даже меньше вроде, чем месяц нахуй. Ну это потому что, наверное, когда они выпустили обычки, ну типа новые инсты, обычки, а и закрыли первый день. И они такие, обычки это понятное дело. Ну, блять, ну окей, нахуй. БС, например. Сколько, блять, на него потратилось время в героическом режиме, чтобы он закрылся на пол? Это совсем новые инсты, совсем новые механики боссов, где нигде нету их. Ну. Вроде больше месяца там. Ну да, да. Ну ладно, окей, а первый самый босс, хуй с ним, тогда упал. Первого босса очень быстро убили. Ну, блядь, это уже, типа, сравнивай, считай. Ну да.
типа, ну, Алар, Джайна, это прям, блядь, ну... Ну, Джайна понятно, блядь, там, во-первых, Т4 было, блядь, слабенькое у многих классов, ну, прям у многих. И плюс Т4, Джайна сама по себе босс такой, блядь, серьезный, нахуй, достаточно. Пассажиру, блядь. Я тебе даже больше скажу, там вот этот БС, там в Хэме босс, который с каскадами, он вначале вроде бахнутый вообще был и, собственно, был манекеном, типа. Ну, хуй его знает, я что-то там смотрел, пару стримов на этом БСе, нахуй. И второй, ну, и другой босс, там можно и того, и первого, короче, второй босс. Он тоже работал неправильно изначально, то есть у него там спелл по-другому работал, не как надо. И все это время, ну ты, мы это так и били, это поменяли аж только через пару месяцев, что когда поменяли первый раз, мы не могли этого босса убить, потому что все... Я лично в ахуе был, что происходит у меня на экране, типа, там тебя кидают, типа, в отдельный мир, где у тебя там все черно-белое, нахуй, я когда первый раз это увидел, я что-то вообще не понял, что происходит. Ну и вайп такой. Негры? Все там. Ну почти все там. Кто-то трайл на демо-сервере. И типа там было, там работало. Три, два, один. Поэтому да, раньше один. Было пожестче. О, да нет, после нерфа его не убил. Значит, я... Так кому лип это мне давать еще? Ну, вы не успеваете. Ой, я отлагал. На 500 тысяч поднимется. А уже не считается. Никнейм. Ну, успел. Ну, Лека красиво убили, но не гони, ну посмотри. Он на меня, блядь, летает. Посмотри, как он еще правой пяткой на земле был, левой уже, но он подпрыгивать хотел. Бля, сосаду снимите, ЕП. Не-не-не, я начинал бить, я бурстил. И чё? Я пот потратил, пошел. Ты твоего урона сейчас не хватило. Твоего урона сейчас не хватило. Ну я виноват, что у меня просто картинка застыла, я просто... Бля, купи нормальный компьютер, нахуй. Нормальный компьютер? Пинг 8. Он хуёво поставился, ну поебать. Главное, чтоб меня не херело. А на Рего он бы его сейчас фернул. 25 бы. Ну что, реально доплипа не будет? Ты что-то не понял от этого прикола? Реально? Андрей, сними сосаду. А, нахуй с ним. Пиздец. Ооо, наныли. Вы, ребята, да? Я помню, так шипы тоже ныл и посох с бутсами залутал. Шо? Нет, я тоже такое помню. Бля, тут кнопки нажимать надо. Погибни. Голубцы, зачем вы сюда явились? Ну как круто, я могу сам себя хилять. What the fuck? Нихуя себе. Охуеть. Ну да. Сразу говорю, я против того, кто там во втором рейд ходил, чтобы метка в метку выносилась. Я за то, чтобы вы думали головой. Конечно, хуйня. И ориентировались по ситуации, допустим. Если видите, что там человек бежит с правой стороны, вы находитесь слева, допустим, вы стоите в печеньке, значит, вы перебегаете в звезду, чтобы освободить ему место. Но вот с метками он не знает, особенно если кто-то из первого рейда идет, ты еще не знаешь, они пуляют, а потом начинают как бы это, ну, либо заранее как-то скажите, либо что. Ну, некоторые классы вообще не успевают, чисто физически. Маг может два блинка дать и все, и ставить. Ну-ка не под... А зачем? Ну, смотрите, вы когда она взлетает, вы примерно все промбики стоите, и как только метки кидаются, ну, типа, ребят, меток нету, понимаете, смотрите, ну, типа,
в дальнейшем это пригодится, когда вы будете сами думать головой, а не смотреть тупо, блядь, как это, вынести в одну цель. Заранее, да и все. Так вы просто заранее на ступеньки не идите. Все, поехали. Там взрывается, сука. Ай-яй-яй. Бля, охуенно запустили. Что-то нажимать надо, да? Не, я не успел. Да, я не спекнулся. Вот 4 хила, прикольно. Хилдич? Я написать, человек. Ложи кинул сразу вам на притяжки. Войт, Кунка, Кринж, Арислен, Мирая вынесли быстрее. Угу. Спрятались за склеп слева, падает. В РДД по крайней мере сразу играйте. Бежит дотка. Уж дотка, рак. По центру падает. Он выебывается, стоит, смотри, где, блядь. Стопните по правой. Блять, сейчас разобьете бебу нахуй. Беба глыбой, 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 глыбой нахуй. Бля, я перестарался, походу. Ладно, я поверил. Ну я мультидотал все. Ну и ебнутые нахуй, или что? Ну сказал же стопнуть нахуй. Я дотал всех. Я тоже дотал. Видите, видите 30, видите 30% хп у глыбы, блять. Значит, нахуй стопайте ДПС. Даже декастовать каст не. Ребахните шамана. Мувик. Два иннера еще въебали ему нахуй. Ну ладно. Дайте лап кто-нибудь, типа, я не буду ребят. Я давал вроде. Окей. Есть там на нем лапка. МП5 только нет. Зато кулак есть. Глю МП5, да? Ну да, я выкинул. Отбежали. Три хила у нас, да? Как вам с инхваликом шпшки на ране? Вещи отбелы, блядь. Бля, Валера, сори, но я шепсик кинем. Он ебнул. Во, это ритрум, чувак, вот джедотка мирая, унесли быстрее. Вот сдвигайся, ритрум, сдвигайся, блядь. Вот в таких ситуациях я и говорю, нахуй, вы сдвигаете их, блядь, а не стоите как дауны, блядь. Видите, блядь, справа место я... свободное. Я в чем проблема? Мы полутали двойной урон. Да это понятно. Все равно вы должны думать, блядь, слева падает. А не, блядь, стоять как тупые. Ну да, если бы не отвернули камеру, блядь, и смотрите. Вы должны, блядь, ну, адаптироваться под какую-то ситуацию, блядь. У вас должна быть своя голова на плечах, а не просто анонсы. Ну если они стоят, вот не двигаются. Разбили склеп. Ну, блядь, это ваши проблемы, ребят. Это ваши проблемы. Вы должны к этому адаптироваться. В дальнейшем это правда пригодится. Субозденка, блядь, сейчас сдохну. Сейчас сдохнет. Подожди минутку. Блять, на синдре у меня вообще, блядь, 9 FPS, а прикольно, блядь, играть нахуй стало, я вам скажу. Не, хуй его знает. У меня 9 FPS почему-то. Вот сейчас. Ебануться. Зря всегда был. Отбежали, не там фаза. Быстрее отбежали. Первую метку в центр. Прохил. Бальмора в центр. Ну кто там стоял, блядь? Сам вставай, Калю. Ребахните шаман. Не понял. Опять в центр выносите. Тяжку будет. Все в центр. Скинули стаки.
стопнули по склепу. Стопнули, не бьем, стопнули. У меня мышка с другой экрана летела. Добиваем склеп, кунка опять в центр выносишь. Отошли все от центра. Отошли. Отошли дальше, блядь, колют, куда ты бежишь, блядь? Пиздец, блядь. Разбивайте этот первый, который в пункте. У нас второй есть. Где притяжка, нахуй? Еще один разбиваем, глю в центр. Отошли все от центра быстрее. В центр глю, блядь. Если там не бегут, нахуй, значит даун ебаный. Я проанонсил. Все, этот не разбиваю. Нормально. Арислин, прожмись. Арислин, прожмись. Задефал его. Швепс вагон, блядь. Дай БР воет по Арислину быстрее. Эдик, дай по Арислину. Я в глыбе сейчас буду. Окей, разбили склеп быстрее, следующую в левую сторону он носит. Следующий в центр, разбили склеп, прохил. Дай я закруглю. Джидотка в центр. Шелдоните его. Отойди дальше. Ну, Андрей, блядь, дальше чуть. Угу. Охуенно, Арислин сложнее. Все, бейте босса, похуй. По боссу хуярьте все. Не надо так любить. Там Арислин ревность там не успел стаки скинуть. Когда упал, фонаря, да? Нет, всегда клык падает. Не, его не вижу. Так его долго уже нету, а не всегда. Арислина у тебя есть? Давай, я заберу. Фонарик. Ну ладно, там тоже спекает. Ладно, сейчас не разыграем. Давайте клык разыграем, потому что я его, ну, не могу взять. А сейчас умереть от освобожденки меня... Еще нахуй. Там все на успех хуярить. Там все на успех. Те, кто танчит, блять. Ну я бы Войду отдал, типа Войд. Постоянно танчит. Войд не медведем танчит. Арислин он в танке чаще пал. Серого часть. Кстати, Арислин, да, да. Я не видел Арислина. Тогда Арислин, да, по-моему. Справедливо. Я РС-ку танчил, если кто забыл, ебать. Да, ну, нет, ну типа тут я бы отдал, типа, либо Арислин, либо Войду. Я тоже могу спекаться на самом деле, просто рестора нет. Сраного. Похуй. Ой. Ничего, бежим быстрее. Рыбку? А если он ДДМ может петь? Не, еще не добежал. Ну что там, дэмэдж можно по боссу? Какого мишку верзи? Не обахнулась. Куда это, блядь, валька полетела, я не понимаю. Через текстами. Я... Потом Феникс забрал, я думал, нету там. Ну у вас комбат на ком-то или что? А не нормально. Нет, сверху нет комбат. Так и не может быть. Нет, может быть, но она сюда не прилетит. Рыбу хавайте. Вообще на полдня. Там полторы минуты. Нужно больше рыбы. Я могу поставить. Адель тут? Все, вижу. Запускаю. Не, здесь я в ГДК спекнусь, пиздуна. Чтоб меня жнец не убил. Кто там, сняли ИП в лоде? Кого? У меня ж не то. Сколько кому? Войду 300, что-то там, 310, по-моему, а 300. И соседу, может, 310 снять. Он там тоже ставку делал. Я проиграл. Ты получил невидимый клык. 610 можно? 610 ему снять можно? Бля, как не жить? Ну я тогда в схеме буду слакать с духом.
На кого ты похожа? Дайте на пул адекватный, только, блядь, и это вот пизда будет. Каком-то, блять, вурдалаке чуманах. Шкайки. Сейчас спас будет. Блять, на каком вурдалаке чуман успел гриппер нормально? Торды добить и милитика не подходить. Бать ты кнопки жмёшь. Хотя, похуй, идите милики бейте. Только, когда мало хп уходит, когда будет, уходите. Блядь, диспел. Ёб твою мать, нахуй, Эрса, блядь. Куда ты нахуй бегаешь, долбоёб, блядь? Ты, блядь, еще в Долоран нахуй ТП нажми, блядь. Боже, в пизду нахуй. Как вообще, блядь, шаркаря можно было сорвать, я не понимаю. Че, прыгаем? Ты, блядь, гневного духа с шаркарем перепутал или что, да, нахуй? Вниз прыгайте, блядь. А, окей. Сейчас посмотрим урон нахуй, блядь. По гневному, блядь. Объясни, блядь, как у тебя по ширкарю нахуй 356 тысяч урона нахуй? Кливает. Ну да, перепутал походу. Почему, блядь, у других магов нахуй столько нету, блядь? Слабые получается. Ты, блядь, лича путаешь шаркарем или что, я не могу понять. Так, у Бебы, блядь, по шаркарю, сколько там, блядь? А чё, я буду бесконечно? Я хуею, блядь. 200к, нахуй. 350, блядь. А сколько у меня? У тебя 213. Ну я один раз прок стрелы отдал, чтоб этот дип держался. Я встать не могу, бесконечно падаю, чё за хуйня? Я уже, блядь, за челка улетел. Не, ну правильно, пусть учится на самом деле. Ну только не ори на него, пожалуйста. Мне его жалко немного становится. Мне больше понравилось, как он убегал. Не, просто, блядь, проблема в том, что, блядь, убежал нахуй в ебеня нахуй. У меня ни одна кнопка, сука, не достает. Ну я пиздел. Я, ну, на мне был Сайленс, ну, типа Сайленс, я не смог сразу, блядь, забрать босса, ну, этого шаркаря, потому что в сале был. С меня пока диспели. Потом я, блядь, подбегаю и не могу достать нахуй. Давай, потом я нажимаю таун под конец, когда он умирает, блядь. И в итоге, блядь, появляется активный дух, нахуй, второй, блядь. Я думаю, он так больше не сделает. Кирюша, успокойся, солнце. Пиздец, блядь. Войд, прием, блядь. Проснись и пой, нахуй. Дайте лопусти. Рыбу хавайте, фулл баф я запустил.
даруем тебе быструю смерть, Артас. Более быструю, чем ты заслуживаешь за то, что замучил и погубил десятки тысяч душ. Ты пройдешь через эти мучения сам. Инвиз не сразу же кастует. Он бежал до него там 3000 лет, блядь. Не, ну он мог, конечно, копии нажать, он бы от него ушел сразу. Мог бы, блядь, Шаркеря нахуй не бить, а бить гневного духа нахуй. Ну если так уже произошло, у него были варианты. Он хотел помочь танку, что в Шаркере не танчил. Человек заботится о тебе. Я не понял последнего, что потом перечитаю. Ебать, он кнопки жмёт, охуеть. Так не то, что я кнопки жму, у меня клавиатура игровая. Сами по себе такие кнопки шумят. Бедный Кирилл выздоравливает. Шаркарь Нейрза, кстати, бежал, надо было подождать. Не стоило, он бы убежал от него. Надо ему ник поменять на Шаркарь. Блять, опять? Ну, вурдалак, где-то чума, блять. На каком из? О, нашло. Мой таргет, Киря. 9 стаков, не бейте его. В рейде. Подойдите, блять, ко мне, нахуй. Ну, подойдите ближе. Всем рейдам дружно подойдите, блять, под гневного. Под шаркаря, точнее. Ну, все до единого, ребят, блять. Все, чума перекину. Да... Осталось диспельте, блять, заберу нахуй. Диспел? Меня диспел? Нарида пошла, блять. Все. Геру, давайте фулл ДПС по вас. Гнев небес дай. Рисли. Пальчики, блять, как-то по-ебанскому полетели. Во фрейм встать не можете, осквернения разбежались. Это по малому кругу может все нахуй. Где жнец, блядь? Чё на жнец не кидают? Сломали, что ли? Угу. Разбежались по малому кругу. О, вот, кинулся. Так, трусы сбить надо и печеньку. Сейчас осквернение будет, поэтому сразу не сбегай. Эрдоги. Осквернение. Я на край сразу веду. Противоположную сторону, от которой мы шли. Так что подвигайтесь, вот.
мана линейдж. Чё, Грона, мне он... Что он делает, блядь? Эндхов не понять, они чё хотят, то и делают. Даже, блядь, тут вредит, нахуй. Как мог, блядь. Ну, урод. Мстит за то, что я сказал, то, что Энси не шаман. Переход сверху добить. Не, мы добиваем, и жатву сейчас прохил. Дубовый пуск, ладно. Дэнджер мастер красавчик, но коста закрыл. Дубовый пуск, ладно. Переходим потихоньку. Пока в центре оставлю. Сквернение паука. Все, веду. Швеб словишь? Нет, у меня нету. Адель? Я могу. Не, уже и пошел. Полишь, уже там пошел. Уже. Следующий Андрей словит. Сейчас меня кого-то заберет. Ну, похуй, ничего страшного. Они. Сквернение по бокам переходит. Я вставлю? Да. За спину чуть. За спину все, будем тут добивать, я его перевредил. Да, мне не хватит, я умру. Ну похуй, отходи тогда. Отошел. Даже было еще полутало добиться. Все, добиваем тут. Никто никуда не отходит, стоим, бьем. Сейчас духи еще должны быть потом только скинем. Бьем, 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 никуда не отходим. Бьем, 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 бьем. Похуй на сквернение бьем. Да? Да. Ну нахуй, ебать. Ты все проще пал нахуй. Че, три оскорбления на тебя ходишь, да, было? Угу. Ну в хэмке мы так делать будем тоже, да? Ну шо в хэмке? В хэмке сквернение там почти всегда после комнаты, блядь. Ну да, ну сразу. После комнаты, да. Так, по луту серебра. Блин. Вау. Отдал их в мои руки, как я и рассчитывал. А может Кунке? Кунка, блядь, вместо шлема. Так. Да какие никто не хочет. Никто не хочет охотить. Кольцо. Я возьму на трансич. Кольцо? За 10 давайте. За 300 бум. Да блядь! Аукционеры, ебаны. Калют обмен. Поснимайте, пожалуйста. Кто поснимает? Риден. Ты поснимай. Риден? Да нет, он сервер не хочет сегодня. Сивого код, я вижу. Танковские ноги никому не надо. Я на трансмок возьму. А, не, у меня они есть. Ладно, и перчатки. Обмен, давайте быстрее за блинами и за кольцом. Там 3 минуты осталось. Ребят, 3 минуты осталось, обмен быстрее. Так, а ты где? Звездочку. Ой-ой-ой-ой-ой. Да где ты, ебаный зов, блядь? Тайминг, кому не надо, это... Это... Остановить, если кому-то что-то надо. Это... Перстень.
До конца может быть. У меня Толгородовская уже будет скоро. Просто разведемся. Кирилл, дай один токен на приста, пожалуйста. Мне тоже надо два токена на приста. Чё, я бомж, я бомж. А, Буцы тоже, Тимаш, на трансич. Щасику. Сколько там? Потом на... мастить. Ладно, роли, короче. Сейчас, подождите, пожалуйста, с токеном. Потерпите чуть-чуть. Завтра. Да, мне нужно две штучки. Окей, на приста, на приста токенов выпало, сейчас скажу сколько. Раз. Два. Два токена. Ну, а давай, мне, он, я выйду сюда. Зап. Ну, еще с лича можешь. Зап. С лича, кстати, сейчас скажу. С лича один на приста. Еще один тебе на приста, если ты не так, считал, дальше, что лича, поехали. Ну, это хуйня надо кому-нибудь? Да и тебе на сколок. Я взял. Ой, ресли на сколок. Че ты молчишь? Переписал, что ты не видел. Блять. Так, дальше поехали, плащ. Я бы взял за 10, никому вообще не надо. У меня просто ПВПшный. Получилось. Ну, и находник Шиван. Если не надо, я возьму. Два токена. Давай я тебе обмен. По десятке поснимаешь. Сколько тебе токенов? Два мне надо. Андрею сними 30 получается. В общем. Да. И сколько тебе рит на токен? А сколько есть?